конкурсах как изобретатель и новатор, да, и всегда ты думаешь, что твоя идея самая крутая и твой проект самый крутой, и тебя в очередной раз не услышали, не поняли, и, конечно, обида, негатив и все такое. Вот, но глобально сейчас вот я очень благодарен вообще за миру и в целом администрации Ступино, что у нас появляется возможность здесь проводить подобные мероприятия. И в целом, какая ситуация? Сейчас я побыл в роли эксперта, я посмотрел на изобретателей со стороны, да, и у меня вдруг возникло такое, ну, желание большое и даже прозрение поделиться некоторым опытом, да. А, учитывая, что вы потом уже не будете воспринимать эти слова позитивно, я решил взять слово как бы перед тем, как вы расстроитесь. Давай вдохновить. Пара общих замечаний. Одно замечание просто общее и как бы глобальное. И, пожалуйста, услышьте меня, очень внимательно послушайте это замечание. Оно очень важное. Очень мало было науки в ваших идеях. Что это значит «мало науки»? Современный интернет, современные средства коммуникации, соцсети и прочее позволяют, не затрачивая ни копейки денег, проведя просто за компьютером лишних пару выходных, провести огромную аналитику того, что ты придумал. И первый момент, вот я за миру на мейле, у меня даже на почте это есть, год назад написал там нейродатчики там и так далее, тему закрываем, тема испорченная, то есть она уже не инновационная, над этим работают монстры корпорации, выпускают гаджеты по 100 баксов, и Каплан подтвердил наши опасения, тема тупиковая, то есть там нужно копать другими инструментами, сверлить в других местах черепных коробок. Поэтому идея какая? Если вы что-то придумали, если вас что-то озарило, проверьте в интернете, посмотрите, может быть, на эту тему уже целые группы, города и силиконовые долины трудятся. Может быть, вам не стоит как бы так вот бах и думать, что у вас получится. Вот, это первое такое замечание общее. Науки не было ни у кого сегодня вообще. А второе замечание общее по слайдам. Понимаю, торопимся, лень, некогда, многие не умеют слайды рисовать, я их тоже не умею рисовать. Я вам могу показать три слайда, которые мне обошлись в 240 тысяч рублей, это не шутка. Рисовала три дизайнера за зарплату в течение 6 месяцев. Когда я показываю эти слайды, все плачут, но это правда. Так оно и есть. Вот. Весь грант ушел на 300. Потому что это моя идея, я хотел ее выразить, я старался, я платил, я не жадничал. Поэтому, пока вы за это не платите, и пока у вас есть на это время, и там дети маленькие не просят там молоко, да, обязательно работайте над возможностью своей выразить идею, да. К черту слайды, возьмите бумагу, нарисуйте мелом на доске, но это, да, выйдите во двор, снимите ролик на YouTube, да, с деревом, с палкой, с проволокой, вот. Про бритву, да, неужели трудно из проволоки сделать какую-то штуку с пенопластом на макушке? Ну, это будет проще, чем вот это все раскоряка на 3D, непонятное о чем. Вот, и это я просто второй замечаю. Ну и третье, последнее такое, как бы уже на финал, да, общее тоже замечание про деньги и про то, что нас, видите, обвиняют. Вы тут деньги просите, еще что-то, да. Смотрите, я сейчас отстаиваю проект, который стоит 100 миллионов долларов. Ну, там, в другой компании, серьезно, да? Проект стоит 100 миллионов долларов. А чтобы получить 100 миллионов долларов, я сейчас должен провести ряд экспериментов, стоимость которых 10 миллионов рублей. Услышите, да, форматы? 10 миллионов рублей. Ищу 10 миллионов. Стоимость экспериментов 10 миллионов рублей. Мне говорят, ты квартиру готов свою заложить? Я говорю, готов. Сделали оценку квартиры, квартира стоит 5 миллионов 700 тысяч рублей. До 10 не дитя. Говорит, Мерседес. Я говорю, давай, ладно, Мерседес. Бентли, ладно, что ты с ним забираешь. Но, самое главное, я отвечаю своим имуществом, инвестор вкладывает, значит, деньги и при этом говорит, а вот там прибыль, то, сё, расходы, и все это
он говорит так, как будто мы уже 100 миллионов долларов потратили. Я говорю, еще раз, мы в режиме эксперимента, ты о чем? Какие иностранные поездки? Да, все. Вот, поэтому, ребята, научитесь в подаче, в презентации масштабировать ту задачу, которую вы хотите решить прямо сейчас. Мне очень понравился пример про голову, которую можно пересадить и так далее. Точно. Нейролайф – это целое направление миллиардное, да, весь мир над этим думает. Но если вы хотите реализовать какой-то маленький кусочек в этой области, ну вы концентрируйте внимание инвестора, что да, хотим вот поработать вот над этим, и на это нам надо там, ну, не знаю, 400 тысяч. Это будет реалистично. Все, спасибо. Спасибо, Андрей. Друзья, мы подошли буквально к кульминации нашего сегодняшнего мероприятия.